Ну, вопрос уже теперь, видимо, это не изменишь. Но, честно говоря, вот к чемпионату мира по футболу у меня более сложные отношения, потому что уже Олимпиада состоялась, и слава богу, но все-таки у меня ощущение некой чрезмерности в этом смысле. Дело все в том, что Россия, конечно, все-таки еще очень неустроенная страна. У нас так много проблем, ты видишь, я езжу по стране, я вижу, как люди живут. Нам так много домов надо просто построить, инфраструктуру, дорог. Я не уверен, что вот понятно, что построить там 15 стадионов и там где-то что-то будет сделано, но все-таки это очень большие средства. И, может быть, все-таки в этом смысле менее амбициозно было бы вкладывать их просто в улучшение жилья для людей. То, что у нас, конечно, очень много, ты видишь, как люди живут ужасно. Просто по современному уровню уже это то, что еще было удобоваримо для 60-х годов, сегодня уже нельзя так жить. И поэтому, конечно, все-таки мне кажется, лучше бы это вложили в развитие страны. Эти огромные деньги можно было бы вложить в развитие страны, и жилье людям построить новое, и дороги построить, и там, не знаю, аэропорт у нас. У нас очень много чего надо в стране строить. И в этом смысле, может быть, это чрезмерно, но сейчас уже, как говорится, это вопрос, я понимаю, наверное, не решишь. А футбол можно по телевизору посмотреть, ничего страшного. Тем более, к сожалению, я думаю, наши все равно не выиграют. Даже в 2018 году.